всем моим красоточкам пламенный приветик. Девочки, я надеюсь, что у вас все хорошо и прекрасно. Сегодня я снимаю видео о пустых баночках. Уже давно не снимала такое видео. Собралось уже достаточно этих пустых баночек, что их пора уже выкидывать. Вот. И я расскажу вам свое мнение о тех или иных продуктах, которые я закончила. И первое, с чего начну я, вот с этих дезодорантов от марки Labelle. Уже не раз вам показывала, да, эти дезики. Вообще, эта марка мне очень нравится, девчонки, это масс-маркет. Вот, кто живет во Франции, девчонки, присмотритесь к этой марке. Они выпускают не только дезики, и шампуни, и гели для душа, и интимные салфеточки, ну и так далее. И также, кстати, продукты по уходу. Вот, супер дезики с очень-очень приятными ароматами нежными. Вот, это дезодоранты освежителей, то есть освежители тела. Мне не очень нравится. Я думаю, что, наверное, кто страдает сильным потоотделением, да, или каким-то вот сильным запахом, я думаю, что эти дезики, наверное, вряд ли помогут. Но тем, у кого такой сильной проблемы нет, то, я думаю, они подойдут, потому что они прекрасно освежают тело, придают ему очень приятный аромат после душа. Вот, так что, девчонки, присмотритесь. Следующее, это вот такой вот шампунь от Palmolive. Здесь 400 мл для нормальных волос с алоэ вера. Девчонки, мне очень понравился этот шампунь. Он прекрасно-прекрасно пенится, очень приятный, хорошо промывает волосы, после него волосы такие живые, пышные. У него очень приятный аромат, так что тоже присмотритесь. Далее, шампунь от марки Yves Rocher, который тоже вам не раз показывала, да, с мягким амамелисом, без силиконов, без парабенов, без красящих веществ. Для всех типов волос. Здесь 300 мл. Супер, это мой фаворит. Я им постоянно пользуюсь. Мне он тоже очень нравится. Действительно, он очень мягкий по текстуре своей. Он прекрасно тоже пенится, промывает волосы. После него волосы живые, рассыпчатые. Так что тоже вам советую. Марка Yves Rocher. Далее, это вот такие вот бальзамы-ополаскиватели от Timothée. Это мои последние фавориты, которые я открыла для себя в 2014 году. Просто суперские. Я просто от них балдею, пользуюсь ими. Они делают мои волосы живыми, струящимися, рассыпчатыми. Поэтому, девочки, тоже присмотритесь. С 0% парабенов, силиконов и колорантов. То есть нету ни красящих веществ, ни парабенов, ни силиконов. Так, первая версия у меня, значит, для нормальных волос с экстрактом зеленого биологического чая, 100% выращен натуральным путем. Это вот эта вот версия, суперские. И вторая версия для блондинок, Blonde Lumière, с экстрактом ромашки. Вот, девчонки, оба они просто суперские, поэтому мне они очень нравятся, у них приятный аромат, приятная текстура и эффект тоже мне очень нравится. Далее, гели для душа от Yves Rocher, девочки, тоже не раз вам показываю, тоже время от времени покупаю их по выгодным акциям. Нравится тем, что они очень мягкие, они не сушат кожу. В основном беру вот такие вот версии, то есть кремообразные. Вот, у них приятный аромат и вообще, в принципе, я думаю, что они уже многим-многим знакомы. Тоже присмотритесь. Так, далее, еще два геля для душа от Yves Rocher. Это была лимитированная коллекция рождественская. Вообще суперские, девчонки, у них такие приятные ароматы. Это была коллекция, по-моему, черно-красных ягод. Да, с красными ягодами и с черными. Вот, суперские. Если есть возможности приобрести, то тоже советую, потому что они очень-очень приятно пахнут и хорошо пенятся. Далее, вот такие два средства для волос. Я их использую каждый раз, когда расчесываю волосы. Что они делают? Они увлажняют волосы, распутывают волосы, то есть после них волосы легче расчесывать. Мне очень нравится, я постоянно покупаю эти средства. Это у меня была вот эта вот марка Expire 1234 с кератином натуральным. Вот это вот неплохое средство. И вот это средство от марки Le Petit Marseillais, которое покупаю постоянно, у меня уже новый стоит в ванной. Вот это с экстрактами жасмина и памплемуса, распутывающие волосы и увлажняющие волосы, тоже суперские. Тоже, девчонки, присмотритесь, это масс-маркет, и в принципе я очень. Далее, девочки, это вот такой вот
гель, очищающий для умывания от Гарниер, который называется Pure Active, салициловой кислотой для жирной и проблемной кожи. Без парабенов. Девчонки, суперское средство, мне оно очень понравилось. Здесь 200 мл. Вы знаете, вот когда говорят, да, очищает лицо до скрипа. Вот это вот средство действительно так и очищает. Когда вы умываетесь, вы после него действительно чувствуете, что ваша кожа очень хорошо очищена, не оставляет никакого какого-то там слоя, да, такого вот скользкого. Абсолютно хорошо пенится, хорошо промывает и очищает кожу. Так что присмотритесь, у кого жирная кожа, у кого смешанная кожа и проблемная. Pure Active. Далее, девочки, еще одно средство от Yves Rocher. Мицеллярная водичка для снятия макияжа с лица, глаз и губ. 200 мл. Вот это вот средство вообще суперское. Не в первый раз его покупала. Здесь сколько миллилитров? 200 мл. Вот оно из трех видов чая детоксифиант, то есть детокс. Вот, девочки, вы знаете, хорошая мицеллярка, вот это, именно вот эта вот версия. Она действительно хорошо очищает ваше лицо, то есть хорошо снимает макияж из глаз, и с кожи, и с губ. Вот, и просто пользоваться им вот именно как лосьончиком, как тоником, просто милое дело. Действительно, очень-очень приятное средство, тоже присмотритесь. Далее, еще одно средство от Yves Rocher. Это, девочки, вот такой вот крем Nutritiv Vegetal. Здесь 50 мл, это ночной крем. Для сухой и очень сухой кожи, это питательный крем, это, можно сказать, бальзам такой интенсивный. Вот, вы знаете, девочки, я вот его кое-как заканчиваю уже, да. Что хочу сказать, сам по себе крем неплохой, после него хороший эффект на коже, но мне не очень нравится его текстура. Объясню почему, потому что у него текстура такая, знаете, густая и такая вот... какая-то кускообразная, то есть, когда его накладываешь на лицо, ну, нет такого прям вот наслаждения, да, когда вот вы иногда бывает накладываете крем, да, что вот он хорошо ложится, без проблем. Он немножко такой вот, какой-то вот туговатый, и при нанесении он мне не очень нравится, но все-таки я вот его кое-как, я его закончила, так что не знаю. Кстати, девочки, напишите, у кого есть такой крем, напишите ваше мнение. Так, дальше. Еще одно средство от Yves Rocher. Это вот такой вот эликсир из серии 7-9. Это такой роликовый, как сказать, эликсир для зоны вокруг глаз. Energy Jeunesse. Здесь 15 мл. Девочки, вы знаете, это средство мне очень понравилось. Мне его, кстати, подарили в Yves Rocher. Нравится тем, что здесь есть вот такие вот три шарика, да. Вот когда вы выдавливаете отсюда крем, он вылазит здесь. И вы потом начинаете вот это средство накладывать вокруг глаз. Вот эти шарики, они массируют кожу, да. И вот действительно видно, как разглаживается кожа вокруг глаз. Он отлично увлажняет зону вокруг глаз. Вообще суперская. Мне очень-очень понравилось. Оно, конечно, немножко дороговато все-таки. Оно, по-моему, около 30 евро стоит это средство. Но это был подарок от Yves Rocher, поэтому я с удовольствием им пользовалась. И поэтому, у кого есть возможность, девчонки, присмотритесь к этому средству. Далее, девочки, масочка также от Yves Rocher. Вот она у меня уже все уже там на подходе. Трехминутная маска. Освежающая маска для лица. Вот, с цитроном. Здесь 50 мл, ну, то есть с лимончиком. Понравилась мне эта масочка. Действительно, знаете, понравилась тем, что она очень быстрая, трехминутная. Когда вы утром хотите освежить вашу кожу, да, просто ее наносите на 3 минуты и потом смываете. Действительно, кожа все-таки чувствует такую вот свежесть какую-то, да. Вот, поэтому мне понравилось. Я вообще люблю такие маски, вот именно быстродействующие, которые не надо ждать, там, не знаю, по 30 минут, да. Вот трехминутная прям супер. Так что тоже присмотритесь. Так, еще одно средство от Yves Rocher. Это крем для зоны вокруг глаз против морщин из серии Serum Vegetal 3. Вот этот вот, я его порезала, потому что там уже заканчиваю. Я не первый раз его покупаю, не в первый раз его вам показываю. Также 15 мл. Что хочу сказать, мне этот крем тоже нравится.
Я его использовала в основном утром, а вот этот крем я использовала вечером перед сном. Вот, ну разницы нету. Хочу сказать, что мне нравится. Мне нравится то, что он действительно, я вижу, когда я наношу его, я вижу все-таки, как вот он разглаживает кожу тут вокруг глаз. И он действительно предусмотрен против морщин. Вот именно Рида. И текстура у него, в принципе, такая неплохая, то есть не густая, не слишком жидкая, вот именно нормальная. Так что тоже присмотритесь. Далее, девочки, средство от Nivea. Мое любимое средство, мой фаворит. Тоже вам показывала уже. Это вот эта концентрированная сыворотка с Q10 и с гавроновой кислотой. Просто суперская, девчонки. Я вот сейчас тоже пользуюсь, у меня в ванной комнате стоит. Здесь 40 мл. Ну, кто помнит, да, я показывала внутри такие желтые шарики. То есть оно концентрированное. Здесь такая вот помпочка. Классное средство, девчонки. Вы знаете, я вижу результат. Я вижу, как на него реагирует моя кожа. Кожа становится гладкой, такой разглаженной. Разглаживаются поры. Вот, она становится такой матовой. Вообще просто суперская. Это для меня просто открытие 2014 года. Советую всем, девчонки. Эта сыворотка действительно, девочки, против морщин, которая разглаживает вашу кожу и делает структуру вашей кожи более красивой и гладкой. Вот, еще раз повторюсь, это Q10, то есть сыворотка с коэнзимом 10 и с гиалуроновой кислотой. Вот, так что тоже присмотритесь, если встретите. Далее, девочки, крем от Sephora. Вот такой вот у меня был крем, 50 мл. Это флюидный крем, очень увлажняющий, с SPF 15. Что хочу сказать, понравился крем. У него очень приятная текстура, такая, знаете, полужидкая, очень нежная, действительно флюидная, которая хорошо распределяется по коже, хорошо впитывается. Я использовала на шею и на лицо, вообще понравилось, суперская, тоже присмотритесь. Далее, девочки, средство для сушки ногтей. Вот такое вот средство. Спрей. Здесь 75 мл, марка Долания. Покупаю в магазине Saga, тоже во Франции. Вот. Ну, это средство, в принципе, тоже уже покупаю не в первый раз и показываю вам не в первый раз. Очень быстро действующее, то есть вы накрасили ногти, побрызгали. Вот. И оно способствует быстрому, как бы, просушиванию ваших ногтей, то есть лака на ногтях, да. Поэтому мне тоже средство нравится, стоит недорого и оно очень эффективное. Следующие, девочки, это вот такой вот крем, ночной крем от марки Сьен. Здесь 50 мл. Этот крем с гиалуроновой кислотой. Вы знаете, девчонки, несмотря на его цену, да, он стоит недорого. Это немецкая марка, кто живет в Германии, наверное, знает эту марку, да. Продается в магазинах Lidl. Вот, я брала на пробу. В принципе, этот крем мне понравился. У меня, кстати, есть дневной крем. Ну, я потом покажу его вам. У него очень приятный аромат, у него очень приятная текстура, он прекрасно распределяется по коже. Вот, в принципе, я ничего такого плохого сказать не могу. Для его цены я считаю, что крем, в принципе, неплохой. Следующий продукт – это вот такая вот миничка, мини-тушь Chanel Volume, черная. Я вам показывала полноценную версию. Вот, ну что могу сказать, девчонки, в принципе, тушь неплохая, но она мне не подошла просто, понимаете, для моих ресниц. Она неплохо делает объем, но все-таки я не скажу, что она, ну не знаю, что она лучше, например, туши, которая у меня есть от Dior, да, или от Yves Saint Laurent. Просто мне есть с чем сравнивать, поэтому покупала ее один раз, вот полноценную версию, и потом сделала вывод, что больше я ее не куплю, вот и все. А это мне просто дарили пробничек. При какой-то покупке, не помню. Вот как бы так. Как говорится, сколько людей, столько мнений. Далее, девочки, контур для губ. Мой любимый фаворит от марки Makeup Forever. Отличный контур. У меня в номере был 14C. Это водостойкий контур. Ой, девчонки, ну он просто суперский. Не знаю, вот сейчас я пользуюсь ланкомовским, да, он тоже хороший. Но все-таки он уступает Makeup Forever, потому что Makeup Forever, он более стойкий, он водостойкий. Вот, и обязательно куплю еще такой же контур, потому что, в принципе, я к нему уже привыкла, и мне нравится и цветовая гамма в их линейке, достаточно обширная, и просто сам по себе мне нравится вот его и текстура, и как он ложится, как держится, поэтому тоже всем советую. Вот такой вот был тон. Далее, девочки, карандаш для бровей, мой фаворит от Lancôme.
Вот такой он уже маленький стал. Видите, он уже сломался. Я вам показывала новый, я уже купила, да. Номере 010 блонд. Ну, уже не в первый раз показываю, поэтому много говорить не буду. Отличный карандаш, очень натуральный. Твердый карандаш, то, что мне в нем нравится, делает все-таки такой натуральный эффект бровей. С этой стороны есть кисточка, то есть щеточка, которую можно растушевывать сам карандаш. Поэтому супер-супер советую присмотреться, у кого особенно от природы не темные брови, русым девушкам, блондинкам, потому что он действительно дает такой вот натуральный эффект. Карандаш. Далее, девочки, пудра от Шисейда. Вот эта вот пудрочка здесь, сколько? 11 грамм. У меня в номере 20 был Light Beige. Вот, что хочу сказать, девчонки, пудра мне понравилась. Вы знаете, во-первых, мне понравился ее спонжик. Он просто-просто великолепный. Он такой мягкий, нежный. Он прекрасно накладывает продукт на лицо, да. Вот, я закончила, видите. Понравилась текстура пудры, понравился ее тон натуральный. Не скажу, что она матирует прям на целый день, но в принципе у меня никакая пудра не будет матировать на целый день с моей Т-зоной, да, которая жирнится в течение дня. Вот, сама пудра мне очень понравилась, поэтому тоже советую вам присмотреться к ней. И последняя, девочки, губная помада от Christian Dior, вот это вот, в номере 663. Из серии Rouge Dior Nude. Ой, девчонки, она была вот в последнее время моим фаворитом на дневной макияж. Просто бесподобная помадка. Она очень приятная, она обладает какими-то вот уходовыми такими свойствами, да, делает ваши губы увлажняющими, такими мягкими, то есть она питательная. Вот, у нее такой прекрасный оттенок, вот именно на дневной макияж. И, как видите, я ее с успехом, можно сказать, заканчиваю. Также могу посоветовать вам к ней присмотреться. Вот, в принципе, на, пожалуй, все. Вот такие были продукты, которые у меня закончились. Надеюсь, что вам было интересно. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, комментируйте, высказывайте ваше мнение. Вот, я всех целую и до скорых встреч!